Так, дорогие друзья, да. Я очень рад, что вы приехали сегодня ко мне, собрались, вошли в это теплейшее место в Петербурге, потому что я всегда мечтал о создании подобного музея. К счастью, удалось сделать из этой однокомнатной маленькой квартирки квартиру нормальную, где вот сейчас нас собралось 8, а было самый рекорд 30 человек. Так что это еще впереди, мы еще побьем этот рекорд. Поэтому, друзья, всегда приходите к нам сюда. Я считаю, что это самое теплое место в Петербурге. Юго-запад Петербурга – это рай земной музыки, начиная от Битлов и кончая… Элвисом Пресли. Элвисом Пресли обязательно. И кончая вселенской музыкой. Битлы, вселенская музыка. И кончая Аркадием Северным. Аркадий Высоцкий тоже. Высоцкий, да, обязательно. Мы… Еще вот кого обязательно, помимо Высоцкого, обязательно с ним образом, блин, склер. Так, гимн Менестрели, полный вариант. Мы барды Менестрели, а кыны и ашуи. Кто не знает, что эти слова означают, ко мне подойдите. Мы песнями взлетели, вздымая крылья руки. Мы шансонье, мы сингеры. Мы скальды, мы не зингеры, мы песенки из сердца и для души поем. Наш дедушка Вертинский с талантом исполинским на сцену выбегал он в костюме пьеро и публике скотине. Как добрый Коломбине он песенки из сердца выкидывал хитро. Вернуться не хотелось, ведь дома плохо пелось. На зонах только пелось, что было не про нас. Нужна для песен смелость, нужна для песен смелость, нужна для песен смелость и ясный звонкий глаз. Так не откажем славе Булатова Куржаве. Должен кто-то стаду дорогу указать. Он вышел на эстраду, он вышел на эстраду, он вышел на эстраду стихи свои страдать. Гитары, переборы ломают все запоры. И если не печатать стихи, их будут петь. Не будем мысли прятать, не будем мысли прятать, не будем мысли прятать, чтоб головы жили. Ну, я их пока троих потом туда. По частям. Сюда смотрим, Рудик, Рудик. Не смотри в книжку, увидишь ее. Во, отлично. Отлично. Еще разочек. Не, не, хорошо, ну ты совсем так рудишь. Ага. Так, сейчас еще всех вместе. Рудик, вот сюда смотрим, сюда. Запишу. Вот все вчетвером влезаете. Давай, влезай. Рудик. Ага. Музей еще для друзей. Еще разочек. Да не надо ему шляпу. Сюда смотрим. Смотри, как мне это надоело. Все. Вот эти съемки. Да, уже надоело. Уже надоело, да? Уже надоело, да. Уже надоело.